Здравствуйте! Сейчас я покажу вам, как отразить картинку в фотошопе. Как отразить, вращать ее. Вот смотрите. Значит, выбираем изображение, вращение изображения. И вот есть отразить холст по горизонтали. Видите? У нас все в зеркальном отображении. Теперь отразить холст по вертикали. Видите, еще раз вернули. Потом вращение вот можно на 90 градусов. Раз на 90 развернули. Вот на 180 градусов, еще на 180 развернули. И так далее. Ну вот на этом все. Очень просто, как видите.